И есть у вас один неучтенный запас, о котором до сих пор молчат или молчали. О подготовке к предстоящему отопительному сезону в муниципальных образованиях Колымы говорили на заседании правительства Магаданской области. 8 августа в селе Верхний Парень затонул вездеход с топлива. По словам министра строительства ЖКХ энергетики Василия Рыжкова, с непредвиденным ЧП пытаются справиться. Имеющихся запасов дизеля сельчанам хватит еще на неделю. В населенном пункте топливо в обрез. Это то же самое, как с дорогой, за которой мы следим. Вы знаете, какой дороги, которую размыло, и проезда нет? И до сих пор проезда нет. Что-то объяснительно взять. В командировке, значит, будут принять решение об уровне ответственности. В целом, подготовка к предстоящему отопительному сезону на Колыме идет согласно плану, говорят специалисты. На Магаданскую ТЭЦ уже завезли 159 тысяч тонн кузбасского угля. Это больше половины запланированного объема. Говорили на заседании регионального правительства и о ситуации на рынке нефтепродуктов. В деталях этот вопрос обсудят при заместителе руководителя Федеральной антимонопольной службы России Анатолии Голомолзине, который планирует свой визит на Колыму в августе.